Стаса Садальского не раз приглашали стать героем шоу «Секрет на миллион», но неизменно получали отказ. По мнению актера, в программе нет и намека на искренность, а все вопросы заранее согласовываются со звездой. Стас Садальский, известный своим крепким словцом, на этот раз решил проехаться по рейтинговому проекту НТВ. В прямом эфире в Инстаграм он ответил на вопросы, касающиеся шоу «Секрет на миллион». Напомним, что в эфире программы «Знаменитости» вспоминают интересные фрагменты своей биографии. Чаще всего ведущая Лера Кудрявцева интересуется личной жизнью звезд и скандалами, в которых они участвовали. Деньги не все отдают, 70% только. Помню, когда Ленка Проклова участвовала в шоу, я поинтересовался, какой у нее вопрос был в конверте. Она же сама рассказала, кому и как давала. Оказалось, она открыла конверт, а там записка: «У вас безупречная репутация. Вы можете сыграть, что вам неприятно отвечать». Ленка покорчилась, сыграла и сожгла конверт, заявил Садальский. Кстати, артист не в первый раз негативно высказывается о программе. Ранее он уже критиковал выпуск, в котором принимала участие его близкая подруга Татьяна Васильева. Тогда Садальский заявил, что не смотрит шоу с Кудрявцевой, поскольку считает его отвратительным. А вот продюсеры неоднократно рассказывали о прозрачности своего проекта. Якобы звезды до последнего не знают, какой вопрос находится в белом конверте. Когда же открывают его, то буквально впадают в ступор. Садальский уверяет, все это ложь, и с героями заранее и в мельчайших подробностях обговаривают все детали. Тот, кто отвечает на вопрос на миллион, заранее его знает. Но не буду рассказывать, кто так отвечал. Это тайна, подчеркнул Садальский. «Секрет на миллион» выходит на экраны с 2016 года. Участниками шоу успели стать многие звезды. Так, Лере Кудрявцевой удалось поговорить с Андреем Губиным, который крайне редко дает интервью, и с Даной Борисовой, убежавшей из студии из-за каверзных вопросов. Откровения знаменитости иногда так трогают ведущую, что она плачет вместе с гостями. Но хейтеры все равно критикуют шоу за наигранность и утрирование скандалов. В одном из выпусков о своей личной жизни рассказывал Сергей Челобанов. Тогда музыкант в подробностях описал секс с Аллой Пугачевой, что вызвало гнев самой Примадонны. Певица резко высказалась в адрес программы и самой Кудрявцевой, заявив, что ей нужно перестать копаться в чужом грязном белье. Однако рейтинги «Секрета на миллион» остаются высокими, а значит, и новые выпуски будут сниматься.